«Времена года» – это вторая персональная выставка Андрея Краюшкина. На ней преподаватель детской художественной школы представил более 50 работ. Художник тяготеет к пейзажной живописи. На создание полотен его вдохновляют красоты окрестностей Кузнецка. Были и другие источники, из которых художник черпал силы для создания своих картин. Сама атмосфера школы художественной и все этот большой замес такой творческий, все это влияет. Там земля наша, наши родные, близкие люди, все это благотворно влияет на наше творчество. Андрей Валентинович родился в Самарской области, но уже более 20 лет живет в Кузнецке. Во-первых, это не просто художник, живописец, но это тонкая лирическая натура, это поэт. Вот честное слово вам говорю, что все эти работы, ну, не как бы не просто написаны с натуры или там как бы констатации факта, вот есть такой пейзаж, есть такой вид. Они все проникнуты внутренним содержанием. Очень глубоким содержанием. Богатые содержанием картины Андрея Краюшкина смогли разглядеть и другие посетители выставки. Иностранец, француз, голландец, не знаю, англичанин, увидев то же самое место, или то же самое, которое выбирает Андрей Валентинович, он бы не создал такого произведения по одной простой причине, потому что он сердцем не видит. Свои работы на выставке представила и Юлия Антипова. Кузнецкая художница училась в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры. А сейчас она преподаватель в детской художественной школе. Ее работы также вызвали немалый зрительский интерес. Такие добрые, хорошие мысли, чувства посещают нас, участников таких выставок. Ну и сегодня, конечно, я не могу не отметить с удивлением таким, хорошим удивлением. Труды представлены Юлией Юрьевной. Молодец. Посетить выставку может любой желающий. Экспозиция проработает в Центральной городской библиотеке еще месяц.